Итак, всем привет, мои дорогие друзья. Собственно говоря, первый запуск игры Stalker 2. А вот такие настройки я поставил. Гамму чуть повыше. Цветопередачу. Меняет режим цветопередачи. Проходящий при протонопии. Выкл, короче. Диапазон звуков средний. Давай, короче, так. Так, собственно говоря, давайте посмотрим, что есть вообще настройка. Хотя бы я просто звук. Я знаю просто, что некоторые игры, они любят быть погромче, скажем так. О, так, громкость музыки тоже давай-ка где-то вот так вот сделаю. Ага. Ага. Эффекты тоже где-то вот так вот. Громкость диалогов. Ну, что-то такое. Так, все стоит. Выкл, монозвук. Окей, а что по графоне, кстати, просто как интересно, да, подтвердить. Просто как мне компьютер тянет. Ну, эпично. Короче, играем все на эпике. Эпично, эпично, эпично. Отлично, я бы сказал бы. Эпично, это отлично. Че, погнали, первый запуск. Слот 1. Ветеран. Боевых столкновений. Я знаю, что они тут немного переусложнили. Давайте что-нибудь среднем. Так что пройти игру, насладиться, собственно говоря, сюжетом, пострелять. Чтоб не то, что прям легко было, и не очень прям, я не знаю, что прям очень потно варивать. Ух ты ж. Что это было? Зона. Ну-ка, ну-ка. Артефакт. Слушай, братан, я бы это рукой не трогал бы. Но уже поздно. Игрушка буквально сегодня вышла. И сегодня я ее и запускаю. И останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скорочено НДЧАЗу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місце. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Походу вибух починається. А вот походу игра, да? Ты живый там? Да живы, живы. Нормально. Нормально. Разбушевалось сегодня. Слушай, как мы тут выжили? Ну ж вроде как выброс. Не помню подобного. До места далеко? Не совсем. Или мы только выехали за периметра, получается? Может, там как-то это не настолько смертельно, я не знаю. Это же елки-палки.
Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Жит. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Так, ми не учені явно, да? Показуй, що знайшов. Ось. Потеряв, походу, свою аномальну силу. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей ти? Він не з зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Кстати, може бути, ми поэтому і вижили. Що, може, артефакт нас спас? Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ну, як варіант, просто я не знаю, як ми вибрис просто пережили. Ну, кстати, странно, що мужик нічого не понял, типа, при этом. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканером. Він уже чекає на тебе. Щасти. Давай. Ну, кстати, если мы сейчас попадаем только за периметр. Странно, почему такие разломы тут у них. Вроде как по лору там должно прям хорошо охраняемо быть. Так. Подожди-ка, подожди. Ну-ка, давай-ка звук чуть. А почему настройки звука не применились? Или я не нажал применить, наверное. То есть вроде делал потише перед началом. Средний. Так, применить. Настройки сохранены. Ну, спасибо. Ну просто он реально там так. Ух ты ж. Инвентарь. И. Ага. Я бы еще немножко чувствительность мышки чуть поменьше поставил бы. Ну давай как-то так попробуем. Как-то мне так привычнее, по-моему. Слушай, ну зона выглядит, я тебе скажу, красиво. Вот здесь аномалия сразу видно. А у меня болты есть какие-нибудь? Бежать. Что, как говорится, там до первой аномалии, да? Так. Не попасть бы. Водичка. Я не знаю, я сильно облучусь, если я сейчас в эту воду залезу. Да, я вроде не облучается. Ладно. Никаких индикаторов нету. Ну, слушай, здесь какая-то прям здоровенная аномалия. А, наверное, это вот первый забор, как основной. Вот это прям барьер, вот, который там прям, как я не знаю, как в книгах писалось. Волтинг есть. А фонарик есть? F, T. Угу. Так, понятно, это под ствол. Фонарик E, да?
Я только что съел антирадин. Походу. Ctrl присесть. В принципе, подойдет. Фонарик дайте. Фонарика не завезли. Так, а как это? Сменить оружие. А, ну понятно. Так, ну-ка давай-ка обратно на нож, на этот, на пистолет. Так, это нормально, что здесь это, я не знаю, там датчик освещения, не знаю, может стоит. Для удара прикладов. Приклад дам. Окей, понял. Поднять. Эй, не ешь, братан, это не ешь. Я просто поднять хотел. Что здесь есть у нас? Ясно. Ничего. Недоступно. А теперь доступно? Теперь доступно. Заглянуть. Окей. Открыть. Почему меня заставляют лезть в какое-то темное помещение без фонаря? Ребят, что это такое? О, господи, танк. Опа, кто-то поджарился. Блин, ну здесь очень темно, ребят. Ну, блин, фонарик дайте мне, пожалуйста. А вот, походу, и фонарик мой подъехал, да? Ты кто, молодой? Обыскать. Так. Забрать все. Надеть. Забрать. Так, у меня вообще патроны для калаша есть так-то или нет? Перезарядочка. Угу. Ну, патронов так-то не очень много. Так, поднять, обыскать. Обыскать. Ну, почему я тебя не могу фонарик какой-то взять? Малая зона, открыть КПК. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Просто интересно. Малая зона. Ну, слушай, ну карта вроде выглядит большой. Я не знаю, это может это закрытые зоны? Разлом. Что здесь? Типа непонятно, да? Это типа как зона для изучения? Какой-то бункер там. Журнал. Туда и обратно. По-моему, сделка честная. Герман получает мой особенный камень, а я... Его дом и надежду на новую жизнь. Дело за малым. Проникнуть за периметр. Удачно активировать сканер. По словам этого умника, только так можно вернуться к этому гашему артефакту и его аномальные свойства. Надеюсь, что полевой эксперимент не затянется. Кто бы там какие баки в этой зоне не травил. Служебно-боевые, так, памятка, соблюдать беспрекословность, запрещается, за исключением служебной необходимости, приближаться к зонам аномальной активности. Трехлет служба по-настоящему аду, чтобы отстыть, тихо торгуя пустышками. Самый дешевый артефакт у Гаши после того, как их вынесли в зону, удачливый сталкер, бухать и прокуренной квартире, и смотреть телевизор, как окно. И вроде бы все шло по плану, пока однажды ночью квартиру не разорвало к чертовой бабушке, короче. Аномалия прямо на моей кухне. Ага, так вот что это. Аномалия у нее там была.
Разбила то немногое, что у меня было, и оставила взамен еще одну пустышку, только на этот раз другую. Особая аномалия, особая пустышка, и если верить некому Герману, особые деньги. Если ее удастся перезарядить с помощью ее научной приблуды, правда, для этого придется сунуться в зону. Я наслушался достаточно истории, чтобы избегать ее любой ценой, но она пожаловала сама, значит, придется нанести ответный визит, ведь терять мне больше нечего, как говорил мой разжалованный командир, если ты рожден быть повешенным, ты никогда не утонешь. Ну, это, кстати, верно. Фонарик, вот. Помогает исследовать зону ночью. Там луч. Виден луч хорошо, но... Так что осторожней с ним. Чтобы включить и выключить фонарик, используйте радиальное меню Tab. Угу. Так, значит, это я просто фонарик включать не умею. Ну смотри, вот типа фонарик, он на Е, да? Это ж вроде фонарик. А он пьет энергетики. Окей. Почему ты пьешь энергетики? Давай просто посмотрю управление, чтобы мне просто проще с этим было. А у меня нет фонарика. Фонарик, да, Т. Я вот нажимаю, я нажимаю. Английскую раскладку включил, все равно нету фонарика. Ладно, походу все-таки он мне пока это... И звуки тут кто-то, блин, там что-то метет, я не знаю. Короче, игра пока пытается быть, я не знаю, каким-то хоррором. Я не знаю, я просто иду в темноту куда-то. Так. Где я? Чё я? Блин, ребята, что это такое? Где фонарик? Ёлки-палки. Я просто иду на ощупь. Подожди, давай, короче, я просто еще раз посмотрю фонарик. Я управление на свою клавиатуру. Выбрать фонарик. Точка. Закрыть. Escape. Нет фонарика. Я куда-то иду. Я просто иду куда-то по потемкам. Я даже не вижу, куда. Открыть инвентарь. Так, давай-ка все это убери. Серьезно? Подожди. На колесико мышки. Как я должен был это понять? Как я должен был это понять? Ты хоть посмотри, что я там это... Прошел. Так, шел я тут. Так. Блин, он применяет его сразу. Угу. Ну я отсюда пришел, я понял. Фонарик на колесико вышки. Че, я не знаю, меня спалили что ли или что? Что-то плотька что ли? Платюшка. Так, и куда это я пришел? Мужик, обыскать. Так, давай-ка все сюда. Давай свой калашников. Так, немного запаслись. Слушай, а здесь же типа свободный мир, да? Открытый мир. Так. Угу. Я понял. Да-да-да, я просто этого мужика не увидел. Ладно, короче, нам походу в любом случае надо спрыгивать.
Так, что у нас, кстати, здесь? Ну, понятно, здесь такое кольцевое у нас. Так, давай, короче, фонарик вырубаем. На С, это сюда. О, господи, а почему не на QE? Короче, ребята, давайте я сейчас остановлю ненадолго. Я настрою. Ну что, разобрался я, короче, тут со всеми, с фонариком и клавиатуры нормально настроил. Короче, можно играть все. Ой, господи. Отпусти меня, пожалуйста, управление. Так, народ, ну что, продолжаем. Да? Вот настроил управление. Разобрался вроде совсем. Вроде как получше стало. Чуть-чуть себе добавил длительности все-таки. Кстати, может по стандарту она может и нормально там на 12 было. Так. Слушай, здесь КПП, я не знаю, мне сюда, наверное. Я бы, наверное, сюда бы не совался бы. Живучая какая свинюшка попалась, а? Так, а мне тебя разделывать можно? Подожди-ка, а чё у меня? А чё у меня, два калаша, что ли? Так, ну-ка, пока вроде спокойно. Да, он просто взял, короче, два калаша. Снять. Короче, тебя просто снять, чтобы не путаться. Ага. Так. А ножик, простите, у меня на какую клавишу? Короче, просто селектором, да? Так, хотя разделывать я не могу, да? Какие-то части добывать, но я понял. Кто мне там строчит? Деревушка, не знаю, это деревушка. Так, здесь фонит. Надо пробегать. Ну, слушай, если здесь плоть водится, не знаю, я не уверен, что здесь сталкера есть. Ну, зона, я скажу тебе, ощущается, выглядит атмосферно. Ты слушаешь каждый звук. Звуки сделаны хорошо. Добротно. Хочется ее прям изучать. Там что с тобой? Так, F поднять. Я просто, наверное, потому что я тогда зажал. Сталкерок. Так. Давай сюда. Так, поднять. Поднять. Ну вот и залутались, да? Окей. Слушай, дай-ка я калашик свой переоборудую. Возьму, наверное, все-таки не Ксюху разрядить. Вот так вот. Сюда. Угу. Слушай, а как его посмотреть состояние? Просто вот интересно. Инвентарь. Где-то оно вообще отображается, это состояние. Угроза. Дальность, так, а состояние, прочность 100%. В принципе, у них тут у всех прочность там почти под 100, там 96-90, в принципе. Бояться клинов, короче, мне, наверное, пока не стоит. Ну, давайте дальше осматриваться, что здесь. Если уже смотрел, да? Что это? Это ящик с патронами, да?
Опа. Картечь. Картечь это может пригодиться, да? Ну, мутанты, я тебе скажу, тут такие живучие, судя по плоти. Такие, блин, плотненькие. Так, аномалия. Болтов мне явно тут не завезли. Так, ну это ж явно аномалия, да? Как-то неправильно листва летает местами. Свет горит. Может, что-то есть? Ладно. Поднять. Ну, это, судя по всему, какая-то мертвая деревня. Тут очень много трупов, я не знаю. Так, игра меня ведет сюда. И что-то мне кажется, я тут кого-то сейчас встречу. Опа. Кровососево. А вот кровососево это вот... Это как бы не очень хорошо. Обыскать. Обыскивай. Я не знаю, сколько патронов на этого мистера кровососева потребуется. Но явно игра хочет, чтобы я к нему сюда спустился. Обойти там его никак. Может, где-то тут затаился. Тихо. Ну так-то я тебе скажу, на мистера кровососева лезть не хочется. Слово вообще. Так, ну если чё, я не знаю, я успею сюда добежать. И радиация там, короче, бьет. Ну давай, в 5. Сохранение. Сохранимся. Ёлки-палки. Ладно. Дістався бункера. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Що, ну хвостося куда-то убежав. Он просто их убил, там и не ест ничего. Я не знаю, что это он. Но не думал, что там мистер Кровососева, короче, умеет лазить по лестницам. Поэтому вроде как на крыше этого бункера себя чувствую тут в безопасности. Так. Окей. Так, не-не-не-не-не, не используй, пока просто подбери. Ресурсы мы просто так не тратим, да? А ящики разбиваются? Ящики, увы, не разбиваются. Ну окей, полезли в бункер, получается. Я, правда, не знаю, насколько этот бункер тоже безопасен. На них смотреть нельзя, да? Эй-эй-эй-эй, что ж ты так? Что тут, бляха, відбувалось? Ну, походу, кровососев отсюда сбежал. Я не знаю, может, они кто-то, они его изучали. И поэтому здесь в охуде и бегает у них. Я не знаю, хорошая ли эта идея, что там трупы не обыскал, потому что у них вроде как могли быть патроны. Там мужик сидит. Пригорюнил.
КПК. Ну що там? Куди ти пропав? Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся звідти, негайно! Не істерий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Ноут. Ну, ща найду, подожди. Вроде бункер выглядит закрытым. Ну, кстати, да, Колоссус, походу, даже не отсюда сбежал. Опа, а Эрочка, нифига себе, опускать. Детектор. Так, у меня пока перевеса нету, там можно набирать. А, так, положить, выбросить. Ну, я не знаю, если тут хоть до какого-то торговца доберусь, конечно, прям излишки буду, короче, выкидывать, если прям перевес будет. А, лаптоп. Окей, давай глянем, что там у тебя. Wi-Fi? Точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ні, хорошенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну давай. Йобана мах. Я сьогодні зможу пожертвувати чи ні? Що спросив тоді? Йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю. Потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут недовідкове бюро. Бувай, клієнт. Давай, не кисни там. Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Та детектор я то знайшов. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Як мені це зробити? Ну, давай. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкер розібралися, то йди борися. Слушай, от ти от вроді достав пістолет собі, да? Йдеш ставити сканер. Противогаз не купив. Погодься. Буде вкрай недолуго. Тип, пішов в зону там. Вроді як снарядился, вроді як щось є. Ну, противогаз забыл. Как так? Ну и где он? Это в этой луже лежит, да? Ай-я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 й. А вот и артефакт. Так, давай-ка ты лучше калашников возьмешь, как-то с ним поспокойней.
Так, аптечку. Что, завалим говнюка? Давай, 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 иди сюда. Ну такой, вроде видно его. Просто я чувствую, что он мне тут проблем доставит. Надо с ним как-то разобраться. Я не думаю, что он прям бессмертный. Просто посмотрим, сколько он пуль на себя примет. Я не знаю, он, кстати, в режиме стелса. Он вообще смертный, бессмертный. Давай, 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 сюда иди. Сейчас бы дробину тебе какую. Давай, давай, дай. И сюда иди. Идешь? Идешь? Слушай, ну кушает он много. Хорошо, огневой хвост тут попался. Он жив вообще? Все. Кровосос его. Готов. Кошки отмороженного от автомата. Ну слушай, с первым кровососом. Я не знаю, рассчитана ли игра на то, что я бы сейчас его как-то тут уделал. А типа... По булкам твоим. Вот и патрики вернулись. Все, нету кровососа, да? На какую, кстати, клавишу это вот нож мне доставать? Просто интересно. Так. Ага. 0, 1. Так. В ящике ничего нету. И то на радиации у нас. Я понял. Окей. Угу. Ой, ну давай инвентарь. Ух, что там? Что у нас там от радиации? Снижение с восстановлением выносливости, водка. Снижение радиации сильно. Так, антирадин. Максимально. Я не знаю. Ну, давай Вову. Пускай Вова будет у нас. Этот слот. F2. Ага. Так, ну Вова пошел. Слушай, а что-то Вова это особо не выводит. Я вот смотрю, кружочек слева. Что-то такое. Так, у нас тут будет еще один кровосися. Хотя я проверил бы здесь еще на эти, на артефакт, может и есть. А, кстати, он же там говорил, типа, артефакт добудь, мы же только что добыли. Он, по идее, должен помогать от радиации.
Радиозащита слаба. Давай, иди сюда, короче. Будем радиозащищены. Это нормальный цветок. Слушай, нет, дай-ка я сохранюсь. Установить сканер. Сканеров-то у меня нету. Не, сканер есть. Слушай, ну это выглядело как аномалия прям полноценная. Тут честно было интуитивно не особо понятно. Ну его нафиг. Не дочекайся. Слухай, заряджание завжди таке непримітне. Ну-ка, ну-ка. Фейлет. Хрен там. Так я знал. Казав, що валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час ще є. Іду до наступної точки. Опа, подгончик. Подгончик это хорошо. Подгончик это мне нужно. Опа. А кто у нас там с фонарями? А ну-ка, ну-ка. Нагружили. Граната! Витяся, обходи эту шелупонь! Готовченко. Блин, там еще кто-то. Еще один готов. F1. Так, у меня еще кровотечение. Ну-ка, давай-ка забинтуем. Угу. Ну слушай, ну противники здесь бьют, я тебе скажу, хорошо так бьют. Все? Все? Ну-ка, давай-ка. Так, обыскать просто, обыщи его. Там Макарыч у него жизнью побитый, разрядить. Окей, ладно. Это у нас был не особо богатый дядька. Ну, чего вообще вооружены? Ага, обрез. Что это за звуки? Пускать. Сейчас надо просто у чувака тело заблагалось немного. Где там у тебя твой обрез? Поднять. Тут еще дядька был у нас. Какой-то. Какой-то нехороший дядька, явно. С плохими намерениями.
Петя шмалял тут. Это что ты, по-моему, блин? Подожди, куда тело исчезло? Вот один тут. Так вот. Болото, что ли, упал? А нет, в болоте шманит. Я против таких обысков. Так тебя обыскивал, тебя обыскал. Да, остальных я просто тут в болоте замочил. Калашников у нас пустой. Ну давай, короче, пока вместо калаша я поставлю себе ружбайку. Она хоть... Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж у тебя ружбайка-то по состоянию такое плачевное? У нас там костерок был, да? Что тут, крысу ели? Боеприпасы. Ну, я тебе скажу, калаша я хорошо так пострелял там. Прям невыгодно пострелял, даже сказал бы. Этих чуваков, наверное, лучше, блин, отстреливать все-таки с Макарова. По-моему, поэффективнее, может, будет. Так, и что-то я, походу, не тем путем пошел, да? Ну, слушай, ну, мне кажется, артефакт держит. Так, давай-ка фонарик вырублю. У нас бандюки шляются. Ну-ка нафиг. Это что там, бюрер или что там? Так, ну-ка нафиг, я пошел отсюда. Треба ставити сканер і звалювати звідси. Не-н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 е. Браток. Так. Ну-ка. Где там ставить его сканер этот? А, там полтергейст, смотри, короче, просто в этом здании. Баржа, локация 2. Это мне типа сюда идти, что ли? Слушай, ну я на локацию эту баржа я не пойду, блин. Там этот дядька, он злой, очень злой. Ладно, возьму дробик. Сохранюсь. Если что, кому-то там прям хорошо так прям в лицо засадить. Монолит, что ли? Ой, что-то есть чувство, что могут полезть, блин, из щелей. Валим. Ну, вроде успокоилась. Ай, доставай, короче. Не-не-не-не-не, давай-ка. Забираем сканер. Сегодня координаты припоя пахнут наебаловым. Завжди ж нормально працювали. Може, викид нам карти сплутав?
скоро дізнаємось. Подожди-ка, не понял, а почему у меня... Почему у меня вот слот стоит один, он ничего не берет. Два это пистолет, три это опять же ружье. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот как мне вот, допустим, быстро взять свою аэрку? Только на колесико мышки. Подожди, не понимаю. Ну-ка, давай к управлению глянем еще раз. Типа первый слот, второй слот, там третий слот. Нож. Нож один, пожалуйста. Основное оружие, второстепенное оружие. Ну да, это, короче, управление настраивало мне, поэтому забилось. Все. Ну, теперь, по идее, должно быть нормально. Нож один, два, три. Лишилась остання точка. Ти мене чув? Кидай той клятий сканер, повертайся. Да йду, йду, йду. Немає куди повертатись. Відбій. Слушай, здесь фон. Так, хто? Так, короче, водочку жахнем. А где, кстати, еще одна точка эта? Прям... Прям перед носом вот тут вот, да? Окей, ну пошли. Сохранюсь. Так, что-то у меня не очень такое предчувствие. Возьму-ка я орех. Опа, мужик поплохело. Я уже в тахтере, короче, хочу куртки обыскивать. А вот тебе последняя точка, да? Ну давайте, пока у нас есть такая возможность, я загляну тут везде, тут что есть у нас. Детали. Еще вода, еще боеприпасы. Ну, это неплохо, кстати. В случае какого-то замеса будет, по крайней мере, чем отстреливаться, да? Ну, давай. Беги, дуглой! Да положите к с одной очереди и все. Ну все.
Бункерський КПК. Тут хтось Опа! Это монолит. Костюм у них монолита был. Загадка. Кинули нас, походу. Так, баксик. Біжи, зрозумів? Давай, удачі. Ну, бежать мы уже будем в следующей серии. Вам спасибо за просмотр. Ребят, ставьте лайки. Я надеюсь, комментарий тоже его увижу. Все вам понравилось. Ну вот. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.